Лидия Долгинцева. Сразу не узнать, потому что она в костюме кикиморы из одного из наших прошлогодних концертов. Жила-была хормейстер Лида в дому, где музыки премного, но приказала ей Планида связаться с нашим диалогом. Пришла, узрела, победила, себе в два счета подчинила и ходит стрункой, как на марше, и молодые, и постарше. Наглядный ты мой, как люблю я тебя, взор пленительный твой зажигает меня. Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя, взор пленительный твой зажигает меня. Любви и музыку мою продли,
Кристина Тарасова, появившаяся в нашем клубе совсем недавно, но уже участвовавшая во многих концертах. Какой большой ветер принес к нам подругу, поющую в квартете в мгновение досуга, а также обеда вместе и в выходные тоже. Такое у нас текста. Коснулся Еврип Божий. Шкатулочка, коробочка, кирпичная копилочка, наполнена квартирочка музыкою пружин. Любовь еще не выпита, початок как бутылочка. Не надо, не жалей меня, со мною не дружи. Любовь еще не выпита, початок как бутылочка. Не надо, не жалей меня, со мною не дружи. Накрутит мою лодочку и ложечку, не рот какой, не водочка, а твой каприз шальной. Не пей меня до донышка, став другим немножечко. Кружи меня, качай меня, но не дружи со мной. Не пей меня до донышка, став другим немножечко. Кружи меня, качай меня, но не дружи со мной. Ой, а дворники за окнами начнут скрипеть отчаянно, сбивая с ритма верного нетрезвый наш дуэт. Залей коньяк, печаль мою, поймай меня, причаль меня от пристани до пристани. Жизнь.